Так, продолжаю показывать обзор американской еды. И сегодня я хотела показать сразу два продукта. Так, первый продукт — это вот такие органик тортилла чипс. Это чипсы. Blend of white and yellow corn. Это смешанная белая и желтая кукуруза. Американцы очень любят такие чипсы вот из кукурузы. Это из Мексики пришло. Как-то раньше мы вот не любили, когда я их первый раз попробовала, мне они вообще не понравились на вкус. И, конечно, просто так их не очень вкусно кушать. Их нужно использовать различные приправы. Так, это тоже компания Kirkland, которая собирает, выбирает лучшие продукты. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь сзади написано. Так, калорий 140 калорий. 140 калорий — это содержится в 11 чипсов. Вот если съесть 11 штук, то получится 140 калорий мы съели. Так, total fat — это жир 7 грамм. А, холестерол 0. Содиум 100 миллиграмм. Карбохидрат 19 грамм. Fiber — это когда усвояется пища 1 грамм, 4%, ну это хорошо. Протеин 2 грамма. Так, сахара 0. А витамины A содержатся, C, кальциум, iron. Это обычно во всех продуктах, я уже заметила. Так, и второй продукт. Это вот как раз то, с чем кушать эти чипсы. Так, тоже органик. Органик — это значит сделано из натуральных продуктов. Называется как-то дзадзики или дзайдзаки. Не знаю, тоже первый раз мы взяли попробовать. Так, написано, что тут греческий йогурт добавлен. И что-то там... А, греческий йогурт, и вот нарисованы это не огурцы, а это зукини вроде. Или огурцы. Короче, да, вроде огурцы. Потом укроп там. Это сделано как вот приправа. Макаешь туда чипсы. И тогда, конечно, это намного вкуснее получается. Так, что у нас в этой приправе? Сейчас мы посмотрим. Содержится. Так, тут что-то не написано. С другой стороны. Так, с другой стороны. Калорий 40 калорий. Если скушать, вот тут написано 2 столовые ложки, то мы получим 40 калорий. Ну, там перечисляются ингредиенты, из чего это состоит. Так, органический йогурт. Все, тут органик крем какой-то. Органик нон-фат, органик молоко. Перечисление различных продуктов. И вот что самое главное здесь написано. Так вот видно, глютен фри сбоку. Сейчас многие продукты содержат глютен, и у многих людей началась аллергия на этот глютен. И поэтому уже на продуктах написано, что те, кто имеют аллергию, они уже знают, что они могут спокойно брать этот продукт и кушать, и у них не будет аллергии на глютен. Вот так выглядят эти кукурузные чипсы желтого цвета. Такие пятнышки там. Не знаю, добавки, наверное, приправы. Так, и открыла я уже нашу приправу. Тоже первый раз ее буду пробовать. Берем один чипсик. Макаем. И все. И закусочка наша готова. Сейчас попробую и скажу, как на вкус. Интересно, вот эта приправа, вкус мне чем-то напомнил вкуса нашей окрошки. Вот те, кто русские люди, делают окрошку, едят, вот когда вот этот бульон из кефира получается. Вот мне напомнил этот привкус. Ну, так необычно. Можно кушать.
Все, спасибо всем за внимание. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Будем и дальше снимать видео о американской еде, американских продуктах.